шутку один раз снова как хахало. У меня того мама просто. Здорово, ортопед. Мы с этим Машотом вообще как познакомились. Мы с девочкой с Миланой знакомы, вели эфир. Мы чат был. Он к нам залетел. Сидит такой, я вас люблю, идите нахуй. Он вообще объёбанный, не знаю, что с ним было. Угашенный в нулину просто. Вот, блин, еле разговаривал. В Москву когда? Вот Мэйзи был с нами на эфире. Он как... Мэйзи хоть и не понимает по-русски, он все понимал. Он как ха-ха ловил. Бля, я не знаю, ему лет... Он говорит, ему 24, он выглядит, блин, на лет 40. Такая каша. Ты армянка? Нет. В Москву куда? Зачем мне туда? Зачем? Все будет легче без меня. Я остался. Вообще такие тапочки себе бомбовские купила. С какого района? А я не скажу, секретик. Секретик. Я же в этих тапках сегодня в город вышла. Думала, заморозила, вообще не заморозила. По Комсомольскому там прошлась. Там бомбочки было. В Москве, да. Нарды. Я была, когда мне было лет, не знаю, 12-11. Там ездили по делам с родителями. И все. Не помню уже даже. Чего там как? Я с Пятигорска, я сейчас в Пятигорске родилась. Мой родной город. Сейчас там вообще редко очень бываю. Очень редко, очень. Даже последний раз, наверное, там год назад было. И то. Приехали. Тоже там документы, не документы. И обратно сюда. Все обратно. И брат говорит. Сладких снов тебе. Алинка. Ты хоть взаимно подпишись тоже. Я подписалась, блядь. Будешь эфиры мне разгонять. Своим недовольством. О, спасибо большое. Спасибо. Тебе будет легче без меня. Спасибо. Подумал, блядь, все, девочку, спи. Значит. Привет, Манго. Я уже представляю, как я буду с кайфом спать просто. Буду топить. Это полотенце висит. Я ему голову вытирала. Сушится. Подними. Да я сейчас буду все выключаться, у меня еще 10%. Спать. Хочу. Очень. Еще не ложилась. Все будет. Я телефон поставлю и буду спать. Будете меня колокольчиками будить. Занята. Я сейчас буду спать. У меня же глаза вообще в разные стороны просто.
Опа, Хамза, спасибо за подписку. Спи. Ага. Вот, сейчас спать, завтра встану, доубираю, сегодня все шмотки перестирала, перебрала. Старые в мусорку, новые постирала все. У меня даже глаза не открываются. Папа. 009. А где ты находишься? Морис, ты откуда? Кто ты? Чё ты? Как ты? Так, сейчас лягу, буду лежать и все. Не надо мне рыбчика. Аслан, все хорошо, я хочу спать. Я вот так сейчас усну и все. Буду допить до того. Первый раз уж. Кто ты, что ты, как ты? Это я так сказала? Чё ты, кто ты? У меня привычка говорить, что там, как там, где ты? Я работаю, подожди, освобожусь, напишу. Я в клубе, альхамдулиллах. Ну как ты там, моя мадам, все ему предала. Потом целый день. О, кто-то. Да, целый день буду спать. Да не целый. Мне надо часов 12 будет встать. Я веду порядки. Достираю все вещи. Сниму сухие, поглажу. Приготовлю покушать что-нибудь хочу к дому. И все, и на работу послезавтра. Ну, уже завтра. Слабую стирать. Стиралка. У меня глаза не рабочие. Красивые. О, thank you. Мейзи, sleeping, Мейзи. Что вообще? Сейчас зевнули. Сейчас на видео зевнул. А, пирсинг ничего не видел. Да, сейчас пойду. Ну как честно, руки, витого свитера.